Вам не нравится ваш цвет губ, вам не нравится ваша форма, у вас есть асимметрия, может быть, ваши губы просто белые или контур выбит герпесом. Есть средство, которое поможет вам эти недостатки исправить, это татуаж. Боитесь отеков, ужасных, боли, боитесь, что будет, не знаю, пятна, синяки и кровь течь будет. Меня зовут Елена Нечаева, я сделала себе татуаж, и я покажу вам по дням, как это выглядит, и расскажу свои ощущения. Татуаж губ я не делала ни разу, хотя много лет уже сама в этом. Просто я никогда не красила губы. Возрастные изменения, которые происходят у нас у всех, у меня куда-то дели пигмент. То есть мои губы стали терять цвет и из-за этого объем. Мне это не нравится, и я решила сделать себе наконец-то татуаж губ. Сегодня первый день. По ощущениям после процедуры и во время процедуры мне было не больно. Вот прям не больно от слова совсем, потому что если сравнивать с косметологией, там 10 баллов это максималка, какие-нибудь инъекции и татуаж, это 1-2 балла я бы дала по болевым ощущениям. Вообще супер. Процедура, ну, как видите, я сразу после процедуры сейчас, конечно, цвет яркий. Для меня это очень ярко, потому что я губы никогда не красила. Но я знаю, чего мне ждать, и заодно покажу вам. Тонкий слой вазелина, который у меня находится на губах, он выглядит вот примерно так. То есть это намек на вазелин, чтобы я могла нормально говорить, улыбаться, зевать, не знаю, смеяться, чтобы у меня не потрескались просто губы. По ощущениям стянутости вообще никакой нету. Вот меня сейчас беспокоит только эта яркость, потому что я так никогда не красилась, я чувствую себя не очень комфортно. Вчера вечером я прям очень тщательно помыла губы. Было не очень приятно, но очень терпимо, прям абсолютно. Ватный диск прям испачкался. То есть я прям видела, что я стерла много того, что кожа вытолкнула. Это ее функция, это нормально, не бойтесь этого делать. Ощущения стянутости нету вообще. Вазелин выглядит вот так. Тонкий слой, ну вот он блестит и все. Я улыбаюсь нормально, у меня нету никаких ощущений, что мне что-то мешает. Болевых ощущений нет вообще, отека нет тоже совсем. Все. Третий день сегодня. Думаю, надо было, может, с утра снимать, но с утра вообще никаких изменений не было. Мне ничто не мешало, ничего не стягивало. Было ощущение, что у меня просто помада на губах. А сейчас такое ощущение, что какой-то мелкий песок, и когда я мажу вазелин на губы, я прям чувствую пальцем, что какие-то как песчинки катаются, вот это как бы вся корочка по ощущениям. Весь день мне сегодня не нравилось то, что у меня ощущение накрашенных губ, я так не люблю, я не крашу, я даже не представляю, как женщины с постоянно накрашенными губами вообще существуют, не очень комфортное ощущение, с татуажем лучше. Жду, когда сойдут корочки, яркость поднадоела, но в общем и целом ничего не болит, ничего не отекшее. И только яркость, и вот это вот ощущение, что охота смыть. Четвертый день сегодня. Вчера был самый, честно говоря, противный день. Никаких болевых ощущений не было, но было вот это ощущение, что тебе посыпали какой-то песочек на губы. Оно не было стягивающим, это ощущение. То есть я могла спокойно улыбаться, говорить, смеяться. Я там кушала, пила без ограничений. Но мне все время хотелось вот это стряхнуть с себя. И когда, если ты не мажешь вазелином, потому что в какой-то момент у меня его не было под рукой, я прям поняла, что я все ощущаю эту капусту. Хотя глазами ее видно не было, прям просто ты чувствуешь, что какие-то там вот пленочки на губах у тебя. Когда наносишь вазелин, они все смягчаются и как будто под помадой ты ходишь. И, честно говоря, уже миллион лет не красила губы помадой. И очень сочувствую всем тем, кто носит этот килограмм помады на губах постоянно, потому что ощущение вообще прям так себе. Ты такой думаешь, где она осталась, где там что, а вот так не размазалась. И само ощущение неприятное, когда у тебя что-то на губах. А полностью сошли, они прям уже вот так отвалились, когда я умывалась, все корочки сегодня. И вот сегодня вот так выглядит цвет на четвертый день. Вот болевых ощущений вообще никаких нет. Мне самой это очень странно, потому что 4 дня полностью восстановилась кожа. Цвет, я знаю, еще изменится, проявится. Ну, как бы все, никакого герпеса, ничего нет, все нормально, все прикольно. Вот так прошел мой татуаж губ и этапы заживления. Я все дни показала. Он оказался быстрее, чем даже я рассчитывала. Еще менее болезненный, чем я предполагала, хоть я и 100-летний мастер. Если вдруг у вас такие же проблемы, как у меня, не нравится цвет, либо его просто не хватает, форма губ устраивает, либо не устраивает форма губ, и вы что-то хотите изменить, то не бойтесь. Переходите вот по этой ссылке, записывайтесь на эту процедуру, она безболезненная. Наша студия есть во многих городах, и вы можете проверить, есть ли мы в вашем городе, перейдя вот по этой ссылке. Всем спасибо за просмотр, я надеюсь, это видео было для вас полезным. Всем пока!